Ребята, хочу вам сегодня показать, как врачи лечат сами себя. Смотрите, показываю свою травму. Это перелом основания пястной кости. Вот здесь вот есть косточка. Это перелом на руке. И вот здесь вот, вот такой вот перелом находится. В этот момент рука вот так вот изгибается. Здесь вот образуется вот такой вот синяк. И видите, вот этот мизинчик, он находит вовнутрь и выкручивается вовнутрь. Что делаем? Я беру, фиксирую, делаем, называется, репозицию. Вот так вот закрутили его хорошо. Ну, конечно, процедура немножко неприятная, но работать-то нужно дальше. И что мы делаем? Приклеили, тяну и выкручиваю его в нужном направлении. Вот, щелчком уже поправили. Естественно, видите, чуть ровнее стало. Естественно, с гипсом неудобно будет работать, у меня дальше продолжается работа, поэтому продолжаем. Если видно, здесь вот кость, она уходит вперед и заваливается, а здесь выпирает. Следующим этапом нам нужно зафиксировать. Это делаем тейпом, вот так вот. Если кто-то видел и знает про гипс или сталкивался с ним, у гипса есть очень много недостатков. Вот сейчас рука вся отекшая и набухшая. Вот тейп в данной ситуации, он будет гораздо лучше и эффективнее, чем гипс, потому что благодаря тейпу отек уйдет буквально спустя пару дней, а с гипсом будет уходить неделю. Смотрите, вот так вот беру и вытягиваю то, что завалилась рука, на себя и клею. Клею так, чтобы она держала. Заклеили. Теперь вот эту косточку выпирающую чуть-чуть поджимаю. Она щелчком становится на свое место. И вторым тейпом беру, подклеиваю. Вот так вот. Оп. И причем вот этим же вторым тейпом я беру вот здесь на область ладони, так, чтобы отек уменьшился и чтобы быстрее рука восстановилась. Вот так вот врачи себя лечат. Смотрите, что получилось. Вот такой вот, такая вот конструкция. И смотрите, на самом деле надежно зафиксировано, достаточно крепко. Мое мнение, что это гораздо лучше, чем гипс, и гораздо удобнее. Я могу продолжить работу.